души родных, я поединище человека будет. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и си Бог сошели воды, узакованных разрешили, сами души на Твоих упокой, имени Христа во веки веков, аминь. Едино чистое и непорочное Дева Бога бессемнего. Зачем эту клоунаду устраивать? Правда, это уже не клоунада, это уже не цирк. Понимаете, когда вот так периодически повторяют, это самое прямое издевательство над родителями, над теми погибшими. Ее адвокаты уже прямо заявляют, любят друзей, тех, кого с нами уже не вернется. Да? Давайте подумаем о здоровье уважаемой Алены Зайцевой. Что дальше делать? Каким обратиться к вам? Петр Алексеевич Порошенко, мы к вам уже раз обращались. Вы направились, пришло с администрации президента, направили в главную прокуратуру. Главная прокуратура направила в прокуратуру Харьковской области. Дальше что? Что дальше? Отягчающих обстоятельств прокуратура у нее не замечает. Зато у нее есть смягчающие обстоятельства. Смягчающие обстоятельства, частичное возмещение каких-то, там, я не знаю, убытков, сбытков, что ли, да? Нам не... Какие нам деньги надо было? Наших девочек спасать надо было. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей. Молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Больно, навсегда это, я не знаю, останется. Такой раной, такой болью. Люди гибли на дорогах, я беспокоюсь. А других, которые вот после нас сколько аварий было, было, есть, и каждый день передают. Не хочется верить, что наконец-то на Украине восторжествует справедливость, и все будет по закону. Не хочется верить в это.